Кот Леопольд голосом Александра Калягина уверял нас всех, что неприятность эту мы переживем. Мы-то пережили, а удар какой! 2-2! Что снова Черыша? Виктор Свежов, по-моему, поздравляет футболиста российской сборной. Матч-то какой классный получился. И Россия, бывает, везет с рикошетами. Да, Свежов. С правой ноги. Метров с 25. Как запустил, зарядил мяч по воротам соперника. И даже отлично играющий Клейман ничего поделать не смог. Понимаем, Лузона-то. Черышев. Мы тоже удивились, но у нас удивление было значительно приятнее. 2-2. Хорошая, интересная встреча. Голов немало. Смотрите российскую молодежку и ходите на нее, если у вас есть возможность добраться до Екатеринбурга.